Вопросы безопасности и качества являются главными при питании школьников во время занятий, ведь от этого зависит здоровье детей. Предприятие здорового питания «Альтернатива» уделяет этому повышенное внимание и постоянно использует новые подходы. Осень и зима – время, когда увеличивается заболеваемость детей различными вирусными инфекциями – грипп, ОРВИ, ротавирус. Причем в больших детских коллективах вероятность вспышек увеличивается в разы. Поэтому во время каникул во всех школьных столовых компании «Альтернатива» организовала дезинфекцию обеденных залов и пищеблоков. По словам специалистов, такая обработка существенно снижает риск распространения инфекции. Подобные обработки пищеблоков мы планируем проводить регулярно во время школьных каникул, так как все работы занимают несколько дней и кормить в это время детей нельзя. Столовые являются местом большого скопления учителей и учеников. И поэтому риск распространения инфекции от больного к здоровому здесь также повышен. И как показывает практика, такой способ дезинфекции является эффективным. Не перестает компания усиливать и общественный контроль за качеством питания в рамках своей политики открытости. Помимо ведения уже традиционных журналов дегустации, в которых свои мнения оставляют родители учащихся, «Альтернатива» привлекает к контролю и ветеранские организации. Вот нас угостили, нам очень понравилось. Если такая есть востребованность в нашей помощи, мы никогда не отказываем, тем более учителя, ветераны. Татьяна Лисеева, Константин Белов. Наше время.